Также заходим. Там обеденная зона и достаточно большой хороший зал. Террасу. Южная терраса. Тихо, спокойно. Здесь так дом выглядит снаружи. Вот эта часть получается дома. Смежные стенки у них. Это хорошо. Огромная терраса просто. Здесь сделаны полочки. Тут входная дверь с предбанником. И здесь санузел. Поднимаемся на второй этаж. Здесь спальня предполагается. Вид здесь просто шикарный. Сейчас пойдем посмотрим. Горы. И вид на ванну. Так. Раз. И сейчас санузел. Также биде встроено. А там душевая кабина. И ванна с видом на горы. Шикарно. Спальня. Достаточно большая. Такой дом продается.